chair. He was breaking you down, down. He was breaking you down. You couldn't breathe. Для вас самый счастливый день на свете. Вы разожгли любви маяк, то пусть всю жизнь вам и светит. А этот день, день вашей свадьбы, запомнится вам, как большая красивая сказка. В старину был обычай, прежде чем молодой муж приведет жену домой, и переливали дорогу водой. Потому что вода – это ручеек, ручеек – это река, а раз есть река, то есть и два берега. Пусть на том берегу остаются все разочарования, все невзгоды, все печали, которые, не дай бог, были в вашей жизни. А на этом берегу вас встречают ваши родители, ваши хорошие знакомые и друзья. По старинному обряду родители встречают молодую пару хлебом и солью. Хлеб – это достаток в доме, это счастье, благополучие. Ну а соль, чтобы ваша жизнь вам пресной не казалась. А в ней были присутствовали все краски в жизни. Пожалуйста, передаю слово родителям. Встречайте ваших детей. Ну вот, молодожены взяли свадебного рушника, приглашают в банкетный зал всех своих гостей. И сейчас в нашем зале главное светопредставление – подарков и цветов вручения.